Привет-привет! Мы приехали в Golden Corral. Это буфет и грил. Типичная американская еда здесь представлена. Всегда полно народу. Стоянка практически всегда забита. Вообще буфеты очень распространены в Америке. И это довольно-таки удобно. Вы приходите, платите одну фиксированную цену и кушаете столько, сколько хотите. Сами ходите, набираете. Единственное, официант вам подходит с напитками и забирает со столов грязную посуду. Итак, пойдемте. Ну, как всегда, здесь холодно. Ну, сегодня, в принципе, людей немного. Oh yeah. Hey, how you doing today? Good. How are you? I'm good. Where are you from? Russia. Okay, I heard the accent. Yeah. Что ты будешь пить? Пить что? Just water. Water? Yeah. For both? Yes. No. Just a little bit of ice. Just a little. Все американцы всегда пьют воду со льдом. Причем много льда. Так вот вам сразу набирают здесь воду, а дальше вы уже платите. Итак, вот буфет начинается с салата. Видите, уже эти зеленые листья есть. Вот можно добавить огурцы, помидоры, лук. Здесь различные добавки, сыры, бекон, кусочки мяса, креветки, грибочки. Здесь овощи пошли. Салат, сухарики, это различные соусы. Здесь уже такие салатики уже сделаны с майонезом. Клубничка, персик, еще и арбузы были. Это такая baked potato. Картошка запеченная в фольге, и для нее вот здесь вот стоит сметанка, масло, соус, сыр. То есть вы картошку эту открываете в фольгу, разрезаете и в нее кладете вот все эти добавки. Очень вкусно получается. Finding everything okay? Yes, sir. Это начос, мексиканская еда. Тоже самому их можно сделать. Это такая как Chinese Station. Курочка, рис. Это meatloaf. Жареная курица. Сильно прям прожаренная. Фасоль. Макароны с сыром. Любимые американцы где-то. Порк. Морковочка. Курица под разными соусами. Вот здесь готовят ребрышки и стейки. Прям при вас. Тут главное, знаете, не переедать, что очень тяжело. Пицца. Бурбон чикен, вот мне очень нравится. Кладется поверх риса. Тоже очень вкусненькие булочки. Это салатик, еще курица. Вот это тоже мне очень нравится. Напоминает просто русский соус. Картошка с овощами и со свининой. Немножко пасты. Ну и, конечно же, креветки жареные. Окра. Что-то типа French fries. И рыба. Ну и далее начинается самое... лучшая часть. А, да, кстати, вот здесь вот стоят тарелки, вилки, ложки, ножи, подходите, берите. Ну вот. Здесь, значит, есть такой яблочный пирожок, хлебный пудинг, вот такой шоколадный кейк. Вот это мой самый любимый кейк. Сверху такой промазан. И корзиночки есть. Пирожки.
какой-то пудинг, ванильный, еще шоколадный есть. Ну и, конечно, дети обожают вот эти три фонтана. Видите, шоколадный, потом белый крем и вот, видимо, это какой-то карамельный. Видите, лежит клубника. Такие палочки есть, вот печенье разные, маршмеллоу, и вы на них, вы их накалываете на палочки и вот так вот обмакиваете. И вот это что-то синенькое, это воздушная вата. Последняя уже осталась, плохо выглядит. Далее здесь есть мороженое. Здесь есть мороженое, и вы можете сверху... Так, вот мама у меня просит... что-нибудь из фонтана. Как раз маршмеллоу сейчас. Ну, маршмеллоу это что-то как наш зефир. Только наш зефир мне нравится больше. Так, так вот накалываем. И макаем. Опа. И на тарелочку. Вот. Заплатили мы сегодня $11 за вафер. На человека 23 с таксами вместе вышел. Как я уже сказала, тут очень тяжело удержаться. Хочется попробовать абсолютно все. Всегда выходим с полными животами.